Goblin Teches, Squeeze, Plea and Spoon. Эти гоблины – воины недоразвитой физической формы, но они очень умные и всегда были на расхват. Они отличные минеры, создающие для противников невидимую опасность. Также они устанавливают ловушки, способные обездвижить врага на долгое время. Их интеллект находится на высоком уровне, ведь для того, чтобы спасти союзника, зачастую они прибегают к самоуничтожению. Обладатели магии Вуду, без сомнений, достойные воины Скорч. Да-да-да, друзья, я знаю, вы любите интрижки, поэтому приятного просмотра. Всем привет, друзья! Сегодня у нас юный гайд, так сказать. Сегодня я выгляжу по-юному, потому что я немного уложил свои прекрасные волосы. И, соответственно, сегодня у нас минер, ребят. А минер — это значит, что это будет фановый гайд. Очень весело, очень интересно. Ребят, всем пожелаю заранее приятного просмотра. Что ж, это гайд, и сегодня мы узнаем, что у нас у минера вообще есть, какие у нас кнопочки тут еще есть дополнительные, и, соответственно, сами фишки, микромоменты, и, конечно же, все это вам сегодня расскажу. Ребят, готовы? Готовы узнать, какие дэмэджи есть у минера? Какой физический, а какой магический урон? Готовы, готовы, готовы. Да-да, поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это вот такие вот минки, которые мы можем ставить бесконечное количество. На 85-й карте можно их ставить безграничное количество, на 83-й всего, по-моему, 20, я точно не помню. И, соответственно, эти минки стали немного слабее, но не менее опаснее. Ребят, это невидимая мина, которую мы спауним, и, соответственно, все enemy-оппоненты их не видят, пока не купят какой-либо detection. То есть, соответственно, гем там, центр или тому подобное, или под тавером, то есть, неважно, эти мины абсолютно невидимы, но если есть какой-то detection, их легко обнаружить. Что нужно знать? Как вообще работают эти мины, я вам сейчас расскажу. В общем, вы просто ставите вот так вот мину, нужно подходить в упор, минер сбрасывает, и, соответственно, эта мина у нас имеет AOE-шный damage. Максимальный дэмэдж, который мы можем нанести, в зависимости от уровня прокачки, будет разноситься в 200 АОЕ, а в 500 АОЕ уже будет наноситься частичный дэмэдж, который уже будет в половину меньше дамажить. То есть, соответственно, у минера, в зависимости от уровня прокачки, давайте, поехали. 150, 190, 225 и 260 дэмэджа будет наносить одна минка, и, соответственно, КД 9, 8, 7 и 5 секунд. Монокосты 60, 75, 85 и 100 маны будет требовать данная минка. Опять-таки, безграничное количество. И что у нас есть? Смотрите, допустим, если пуч у нас будет вот так вот по чуть-чуть подходить, оп, одна мина сработала. Ему нанесется полный дэмэдж, а в 500 АОЕ разнесется частичный урон, то есть, соответственно, частичный урон будет у нас равняться 50% от того дэмэджа, который у нас, допустим, по уровню прокачки. То есть, соответственно, если у нас, допустим, первый левел 150 дэмэдж, то 75 будет у нас частичный дэмэдж. 75, 95, 112 и 130 на ласт левеле будет у нас частичный урон. Что нужно знать про эти мины? Во-первых, эти мины у нас, они легко дефьюзятся, то есть топориком или, допустим, ну, если есть какой-то детекшн, допустим, пуджик там поставил вардик, ага, увидел мины и пошел дефьюзить у нас. Он получает золотишко, 10 золота получает и еще и вот так вот топориком может разбивать. Это первый момент, это первый момент. По урону, по КД, по монокостам я вам сказал. И еще, что нужно знать, самое главное про эти мины, то что это физическое нанесение урона. То есть, соответственно, одна мина — это физический дэмэдж. И, соответственно, если у пуджа будет много армора, и он побежит их дефьюзить, то он, скорее всего, не умрет. А если у него вообще нету армора, то нанесется ему очень много дэмэджа. То есть, соответственно, это вывод к тому, что если enemy персонаж находится в какой-то неуязвимости к физическим атакам, то есть это будет Ghost, он спокойно может через эти мины пройти, взорвав их, так сказать, Ghost'ом. И все. Но если чел будет в БКБ или в рейдже, как Гуля, допустим, он на этих минах взорвется, ему нанесется дэмэдж. Ребят, и, кстати, еще есть такая тема насчет блейдмейла. Раньше было так: нажимаешь блейдмейл, забегаешь в мины, минер взрывается. Сейчас забегаешь в блейдмейл, наступаешь на мины, взорвался ты. Потому что минеру дэмэдж теперь не наносится. Считается, что мина — это, так сказать, предмет, который делает дэмэдж. То есть это дэмэдж-дилерский предмет. То есть, соответственно, сама мина дает дэмэдж. То есть и ей он возвращается. То есть получается такая тема. Короче, БМ непрофитно, то я тут заговорился. В общем, в принципе, все по данной способности. Бесконечное количество, хороший КД, хороший монокост, но мало дамажит. Но можно ставить вообще просто нереально много. В общем, все, ребят, поехали далее.
Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это вот такой вот трэпчик, который имеет АОЕшку 450 единиц. И что-то у нас будет происходить, когда в эту АОЕшку 450 единиц кто-то заходит. В общем, ребят, если кто-то заходит в эту АОЕшку 450 единиц и находится там маленькое количество времени, а именно 1,5 секундочки, через 1,5 секунды этот трэп взрывается и всех в этой АОЕшке оглушает. Но есть такая тема, если, допустим, когда мы ставим этот трэп, и там уже кто-то находится, то тут время идет уже не 1,5 секунды, а 3 секунды. То есть только через 3 секунды сработает этот трэп. И как у нас это работает, я вам сейчас расскажу. Смотрите, во-первых, по уровням прокачки у нас что улучшается, и монокосты и КД я вам чуть позже расскажу. Я вам сейчас расскажу, как неправильно ставить трэп будет на данном персонаже. То есть, допустим, мы поставили вот тут вот трэп. Мы поставили трэп, допустим, накидали туда мин, хорошо, это чисто так, по мелочи, и ставим еще один трэп тут. Это будет неправильно, ребят, потому что трэп, допустим, если я сейчас зайду вот сюда вот, пуджом, когда этот трэп взорвется, вот этот трэп тоже самоуничтожается, то есть, соответственно, не профитно ставить их вместе, они просто работать вдвоем не будут, то есть, неправильно думать, если мы сейчас в одну кучу трэпов понаставим, они все будут по очереди бахать и, соответственно, оглушать. Нет, это так работать не будет, ребят. В общем, тема такая, смотрите еще, ставим трэпчик. Длительность данного трэпа 360 секунд, то есть, соответственно, 360 секунд этот трэп живет, он не бесконечный, и в течение 350 секунд, если кто-то заходит в эту АОЕшечку, он оглушает. Соответственно, очень прикольная тема, также этот трэп абсолютно невидимый, и, соответственно, переходим к уровням прокачки. По уровням прокачки у нас увеличивается тут длительность стана, то есть длительность оглушения для всех персонажей, кто находится в АОЕ. Смотрите, на первом левеле длительность оглушения будет 2,5, на втором 3, на третьем 3,5 и 4 секунды на last левеле, то есть один трэп будет на 4 секунды станет enemy оппонентов. КД у нас 20, 16, 13 и 10 секунд. По монокостам 80, 110, 140 и 160 маны будет требовать данная способность. Эта способность также у нас уничтожаема полностью. То есть, допустим, это сентрячок, топорик, неважно что. Если, допустим, минер убегает и, соответственно, ставит вам под ноги трэп, у вас есть 3 секунды для того, чтобы, так сказать, задефьюзить этот трэп, пока он не взорвался. Но сейчас не успел, 3 секунды прошли. То есть, соответственно, когда минер ставит, дается 3 секунды на то, чтобы уничтожить. А когда трэп уже стоит, у вас есть всего 1,5 секунды. То есть можно все равно успеть как-то забежать и задефьюзить данный трэп. В общем-то, ребят, более это ничего не нужно знать по данной способности. Я вам рассказал, как не нужно ставить трэпы. То есть, соответственно, у них вот у одного будет АОЕшка вот где-то примерно вот до сюда, да. То есть если вот мы, допустим, вот здесь поставим трэп, то будет уже нормально. То есть здесь этот трэп взорвется сейчас. К этому сейчас подойду, также взорвусь, соответственно, да, вот, то есть, ну, это примерно так работает. Так вот можно и ставить, нельзя ставить их вместе, ребят, иначе оно работать не будет. В общем-то, ребят, все, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это суицид. Суицид у нас такая тема, что минер бежит, просто говорит, мы ваши друзья, бежит в определенную точку и делает суицид. Ребят, тут есть автокаст, но если честно, я боюсь этого автокаста, я никогда автокаста не ставлю, я не знаю, как это будет работать, вдруг он на фулл хп захочет сделать суицид, я не знаю. В общем, ребят, данная способность наносит урон. Запоминайте, это физический дэмэдж, опять-таки, тот дэмэдж, который тут написан, это физический дэмэдж, то есть, соответственно, физический урон, который блочится гоустами. Но если чел будет БКБ, конечно, мы его немного подорвем. В чем смысл данной способности, скажете вы? Во-первых, данная способность ускоряет наш респаун на 50%. Плюс это складывается у нас с Бладстоуном. То есть это прикольно. То есть наш респаун плюс Бладстоун, отнимание респауна, это все складывается. Мы просто можем мгновенно риснуться после того, как засуицидились. Плюс мы не отдаем золото и не даем экспу с нашего персонажа. Но если кого-то заберем суицида, то денежки и золото достанется нам, если мы, допустим, кого-то взорвали. Очень прикольная тема, имеет большой КД, ну, потому что, чтобы не читерили, то есть у вас лоу хп остается, вы взорвались просто и все, не досталось никому ничего, а там через мины за вами бежали и пытались вас убить. В общем, вот такая вот тема. Также, ребят, смотрите, что будет, если, допустим, минер бахнет блейдмейл? Да ничего не будет, потому что он уже мертвый, серьезно. И также, ребят, еще нужно знать,
Опять-таки, так же как специфика мины. Наш ультимейт, наша способность, это суицидальная, она имеет также частичный урон и урон, который наносится в определенной области. Урон, который максимально мы нанесем при суициде, в 200 АОЕ будет максимальный, а в 500 будет у нас, так сказать, частичный дэмэдж. Но частичный дэмэдж тут наносится немного по-другому. Давайте уже поговорим по уровням прокачки. Смотрите. Полный дэмэдж, который мы нанесем, 500, 650, 850 и 1150 единиц физического урона. КД 160, 140, 120 и 100 секунд. Монокост 100, 125, 150 и 175 маны будет брать данная способность. И касаемо частичного урона, который будет наноситься в 500 АОЕ после того, как мы бахнем. Ребят, 260, 300, 340 и 380 урона частичного дэмэджа будет у нас наноситься. Какая разница, да? Типа, ну, 1100 и 380 урона. Очень большая разница, даже не 50%, так сказать, распыление дэмэджа идет. Ну и, в общем-то, что у нас будет происходить, когда минер у нас делает суицид? Вот, допустим, пуджик стоит, мы такие берем, допустим, нажали на него, минер подбегает, делает суицид, и все, нанесся дэмэджа пуджу, и более ничего не происходит. Ну и, соответственно, быстро мы ресаемся. Ребят, ну, на самом деле, очень такая, ну, вроде веселенькая тема, но и грустная, да? Минер, так сказать, суицидится, но есть тут свои плюшки, я вам покажу их на геймплее. В общем-то, по данному, так сказать, спеллу, в принципе, все. В принципе, все, ребят. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это уже ультимативная способность, которая будет давать у нас определенные плюшки. Я вам сейчас расскажу, готовы увидеть настоящий взрыв? Готовы? Тогда ставим. Смотрите, минер у нас создает такую бочку с небольшой задержкой. Вот эта бочка у нас невидима полностью. И она невидима полностью, но ее также можно разрушить, пока не забыл. То есть топориком или Battlefury разницы нету. И плюс пуш за это получит золотишко. Что у нас вообще эта бочка делает и что она вообще у нас будет делать? В общем, смотрите, когда пуш дефьюзит эту бочку, ему не наносится урон. Также по окончании этой бочки урон не нанесется. И, соответственно, если мы взорвем эту бочку, то урон наносится. Смотрите. Сначала разберемся по основным плюшкам, которые у нас есть, так сказать, чтобы я не забыл. Тут очень много нюансов, которые нужно помнить. Во-первых, что мы имеем с этой бочки? Она невидима полностью, то есть ее можно увидеть только с сайтами какими-то, то есть это гем, сентри и тому подобное. Она имеет дальность применения, эта бочка, то есть это дальность применения бочки 500 единиц. Далее, у нас имеется АОЕшка 425 единиц АОЕ взрыва этой бочки, плюс длительность 600 секунд. Длительность 600 секунд на этой у нас, так сказать, бочке. Вот, то есть мы поставили вот такую бочечку в радиусе 425 единиц. Она будет наносить урон, если мы ее, допустим, взорвем. Дальность применения, опять-таки, 500. Дальность применения у нас увеличивается с покупкой аганима, но о нем мы немного позже поговорим, ребят. И что ж, переходим к уровням прокачки. Смотрите, по уровням прокачки у нас тут все просто. У нас тут будет просто увеличиваться дэмэдж с уровнем прокачки. Соответственно, дэмэдж у нас будет такой: на первом левеле 300, на втором 450 и 600 на ласт левеле будет у нас дэмэджа, так сказать, с одной бочки. Но также у нас еще тут есть монокосты и КД, о которых не стоит забывать. Ребят, колдаун у нас всегда 10 секунд на создание данной бочки. И маны у нас будет требоваться всегда на первом левеле 200, на втором 250 и на третьем левеле 300 маны будет требовать одна бочечка. Покупаем мы, допустим, аганим, и у нас что-то улучшается. У нас улучшается, во-первых, что нужно знать, ребят, это дальность применения, так сказать, этой бочки. Становится у нас 700 единиц. Смотрите, мы, допустим, создали вот эту бочечку здесь, выкидываем аганимчик, не смещались с места, и ставим в эту же бочку, идем. И видите, минер подходит намного ближе, потому что ему тяжело, у него уже нету такой дистанции, чтобы поставить эту бочечку туда же. И, соответственно, вот, то есть, ну, разница есть, ощутимая разница. Аганим — это прикольно. Плюс, с получением аганима у нас дэмэдж также возрастает. Дэмэдж у нас становится такой: 450 на первом левеле минка одна будет, бочка одна дамажная будет, на втором 600 и на третьем 750 урона будет наносить одна бочка. К сожалению, монокосты и КД у нас не уменьшаются, но это было бы уже имбалансно, потому что это и так 10 секунд КД, это, так сказать, очень-очень-очень мало. Ребят,
Касаемо вот этих вот, то есть, когда мы нажимаем на бочку, мы видим какие-то кнопочки здесь. Во-первых, что у нас тут есть? Spell Immunity, это, соответственно, мы не можем магией ничего сделать этой бочке, только мы ее можем с руки. Но не забывайте, что радиус 425 у нас имеется, что минер может вас подзорвать. То есть, рейнджевики спокойно могут изи это дефьюзить. И, соответственно, Detonate есть кнопка. Hotkey D. Detonate. Нажимаем D, эта бочечка взрывается. Все. Ничего тут более знать не нужно. Далее, переходим. Ребят, смотрите, есть такая тема по поводу блейдмейлов и тому подобное, я уже, в принципе, говорил на первом спеле, на третьем, соответственно, если у enemy есть блейдмейл, то бочка это именно сам, так сказать, возбудитель дэмэджа, соответственно, бочке будет возвращаться, так сказать, этот урон, но бочке, соответственно, он не вернется, потому что она как бы уже взорвана. Далее, ребят, что у нас еще есть? Смотрите. Покупкой Аганима. Давайте разберем покупку Аганима, а потом поговорим про вот эту тему. Смотрите, покупка Аганима. Что нам дает покупка Аганима? Аганима, помимо того, что увеличится дэмэдж, увеличится рейндж создания данной бочки. Смотрите, ставим бочку. У нас вот есть вот такая табличка. Эта табличка работает только когда у нас есть Аганим. Что делает эта табличка? Это очень классная тема, которая ставится... На 175 у нас вот такую вот 175 АОЕшечку, маленькая АОЕшка, но ничего страшного. И длительность этой темы 180 секунд, то есть эта табличка 180 секунд будет стоять. Соответственно, что у нас делает эта табличка? Смотрите, во-первых, появляется вот такая вот табличка, типа там нарисован взрыв, типа, ребят, предостережение, типа, не надо туда ходить. И эта табличка 100% у нас защищает любую мину, любой трэп, любую бочку от того, чтобы ее обнаружили. То есть, соответственно, если мы ставим бочки, а бочки как ставить в кучу, я вам сейчас покажу. У нас стоит тут табличечка, которая защищает от гема, от сентрей наши бочечки. И, соответственно, ставим мы в кучу, вот так вот выделяем минера плюс бочку, нажимаем вот сюда, смотрите, вот, то есть тут видите, вот тут бочка, тут я нарисован. А вот тут бочечка. И в эту же бочечку ставим еще бочку. И сюда у нас создается еще одна бочка. И вот так можно наставлять. Запоминайте, ребят. То есть, вот, смотрите, выделяем бочку и минера, и у нас появляется тут такая тема. Нажимаем, допустим, бочечку на R, у нас hotkey, и ставим ее вот сюда. Все, и у нас создается бочка в одну вот такую кучку. И, соответственно, под этой табличкой у нас уже не видно эти бочки под гемом. И, соответственно, мы можем спокойно этим воспользоваться. Сколько табличек таких можно поставить, ребят? К сожалению, есть такая тема, что табличка это всего ставится одна. На 180 секунд она ставится, и КД 300 секунд этой таблички. Если вам, допустим, несут ХГ, то вы можете как-то, ну, успеть, может быть, поставить данную табличечку, и она вам, так сказать, пригодится, поможет задефиться, так сказать. Ребята будут, ну, ты можешь блефовать. Ты можешь этой табличкой блефовать, реально. То есть, как бы, ну, она будет работать только с аганимом. Соответственно, ты можешь где-то поставить, просто поблефовать, что, типа, ну, там, типа, есть мины, но на самом деле там ничего нет. Абсолютно все она скрывает, эта табличка, скрывает у нас первые трэпы, ультимативную, разницы нет. В АОЕшке у нас, ребят, 175 единиц. И какие у нас еще есть темы? Смотрите, у нас есть еще помимо этой таблички, есть вот такая тема. Эта тема постоянно доступна, когда мы прокачиваем ультимейт. И, соответственно, что эта тема у нас делает? Ребят, вот эта тема у нас тут есть 700 АОЕ. В 700 АОЕ, если мы нажмем эту кнопочку, у нас будут взрываться наши ульты. То есть, соответственно, это такой фаст взрыв, чтобы, допустим, когда мы ставим бочку, чтобы сразу вот так вот, допустим, взорвать с помощью F-ки. Вот эта тема, она у нас в всей этой АОЕ взрывает все бочки. То есть, это прикольная такая тема, реально. То есть, допустим, если вы смотрите, ага, кто-то там есть, оп, F, глобально, и там все уже, бочки тут взорвались. Ребят, вот такая вот простенькая тема. Простенький у нас сегодня, на самом деле, ребят, гайд получился. Не стоит забывать, что это у нас магический урон у бочки. Я говорю это очень поздно, потому что все, когда ты пытаешься все рассказать, такая обширная информация, соответственно, ты что-то можешь забыть. Это у нас физический дэмэдж, это физический дэмэдж, а это магический урон. Соответственно, ультимейт у нас magic damage. Поставили две бочки, пуч такой идет, мы такие, о, пуч идет, взрываем, и все, взорвали. Он еще и тут под трэп подстал, ой-ой-ой-ой-ой, как же много дэмэджа. Ребят,
В общем, надеюсь, вам этот гайд очень понравится. Обязательно, если хотите, поставьте лайк, потому что минер это очень весело, и на геймплее вы приколитесь. На самом деле, как мы реализовали потенциал минера, не просто ходить куском говна, а, соответственно, так сказать, душить, еще раз душить. Как видите, на иммунитетных бочки не работают. Ребят, в общем, смотрите, запоминайте, да? Много урона, улучшается дистанция с аганима, невидимые бочки, радиус взрыва 425, можно засейвить табличкой, которая закрывает у нас, так сказать, все невидимостью полной в радиусе 175 единиц, стоит у нас табличка 180 секунд, бочки у нас идут 600 секунд, и в принципе все, монокосты 300, там маны на лост левеле КД 10. Все, ребят, все, по ультимейту мы прошлись, табличку я вам рассказал вам про вот этот фокус. И, в принципе, это все. Приятного вам просмотра этого гайда. Хорошего настроения, ребят. Всех люблю. Не забывайте подписываться и ставить лайк, если вам, конечно же, нравится такой контент. Я всем рад, ребят. И стараюсь всегда со всеми общаться. Извините, если на стримах кому-то я не успеваю отвечать, потому что людей очень много. И порой пишут что-то интересное, реально, на что нужно ответить. А порой пишут: как ты думаешь, хлебопечка нормальная тема, брать или не брать? Ребят, ну серьезно. Поехали смотреть, у нас уже геймплей. Так, надеюсь, я не Excel тебе создал. Что ж, друзья, приветствую всех. Сегодня мы будем делать прикольную страту. Знаете, с кем? Правильно, с Антонием. Да, привет, привет. Привет, привет. Ой-ой-ой, в чате смотри, челик что пишет. Страшно, вырубай. Страшно вырубай. Ребят, сегодня будем пробовать, а так сказать, вспоминать старые страты. Минер плюс Магнус, это будет у нас в лейтгейме веселуха с Магнусом. С Магнусом. Так, ну я не знаю, пытаться будешь, да, на третьем закатить? Да, я вкачаю его на первом. Ну тут печалька, будем сейчас пробовать. Я поставлю где-то вот здесь по-дебильному, чтобы ты смог, если что, дотянуться. Так, хорошо. Хорошо, что у нас там? Пропхета берут сразу, смотри, пропхета взяли, чтобы чекать, я понял. Понял. Контрпик пошел. Страшно вырубай, понимаю. Блин, я специально делаю хоп, смотрю, кто фуловится, если что, баны сразу выдаю подписчикам на лобби, чтобы они не фуловились. Они просто знают страты, какие я делаю, и начинают руинить, можно сказать. А я не люблю, когда руинят. Это печалька. Алхимик есть? Скорее всего, придет на руну. О, надо руны, кстати, будет минировать. Алхимик будет по рунам ходить. Я тут буду на рунах сидеть. Пусть алхимик без монеток остается. Правильно? Правильно. Пошел алхимик в задницу. Так, ну все, я тут поставил. Антох. Должно хватить. Этого хватит. Я пошел на топ. И потом на ботом стянусь. Надо будет пробовать. Надо будет пробовать, так сказать, засолить немножко чувачкам на рунах. Алхимикам всяким. Давай. Смотри, Фурион пошел. Фурион чекать будет. Ну, попробуешь. Хорошо, что на месте поставил. Да, попробуешь, если что, знаешь, что там сделать. Я подойду к таймингу руны. Давай. Значит, не знаю, поздравительно будет. Он может отойти. Да. Я пока тут успеваю, в принципе. Хорошо, вдвоем. Вдвоем. Кстати, там. Я двоих могу вытянуть. Там же на первом левеле. А. Пробуй в наглую занаглеть, так сказать. Да. Иди, наглей просто в наглую. По таймингу. Ой-о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 й! Что сейчас произошло? Антох, ну ты понимаешь, что это дерьмо? Да. Это просто дерьмище. Я не буду писать, я это или нет. Не надо. Тоже за контрпик. Точнее, контргейм. Гайд сразу начинается. О, божечки. Так, я сейчас на руну уйду. Надо. Так, у меня почти есть сол ринг. Это хорошо. Так, здесь мы закидали. Гоу. На рунчик. О, кура есть. Open Courier. Need Open Courier. Ребятки, Open Courier, please.
Open Kuru, please. Open Kuru, ребят, please. Так, ну минируем, пока никто не видит. Химик на топе. О, это ж хорошо все равно, он пойдет вот здесь вот, значит. Один хрен. Отлично. Оп, гол. Хорошо. Сейчас я к тебе пойду туда. Ставить в лесочки. Руну сейчас закидаю. И нормально будет. Ты там куру себе не брал, я только брал, да? Хорошо. Я сапожок взял. Давай. Не могу принести. Нормально, нормально. Нормалин, нормалин, да? Хорошо. Так, у нас кура есть? А, вижу. Есть, 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 вот она. Видя. Вот. Летит, летит. Я сейчас форт детского поставлю. На чек, так сказать. Так, ну тут достаточно. Даже одна лишняя уже. Заберу руну и пойду в другое место. Хорошая руна. Как раз мне на Soul Ring. Копеечки. Так, я к тебе иду. Вот здесь вот где-нибудь буду ставить. Поближе. Mm-hmm. Фурион тут стакает, смотри. Тут стаки кто-то делает. Хорошо. Го вот сюда. Инвокер там солирует. Пока линия отпушена, я, так сказать, немножко попробую тут подминировать. Не, ну, сейчас, конечно, буду будет палевно, я вот постою пока по регене. Сейчас подойдут к крипам. А, ты там одна всего лишь. Ладно, да. Не буду. А, я все равно сейчас ее буду взрывать, походу, тут. Гоу. Фармить, короче, немножко. Печалька происходит тут, смотри. У нас зацеминер вышел на руну. Ой, на линию. Ацид задушил. Страшно. Вырубай. Че, подпушим? Вы хотите пушаться? Вы хотите пушаться? Тут можно сделать мне, в принципе, сол. Копейки остаются. Ну, ты сейчас фарми, как бы, ну, не обращай внимания. Гоу, я суть дальнюю возьму, наверное, слышишь? Угу, давай. Если что, добрый вечер, говори. Вот сюда встань. Давай. Они сейчас будут здесь крипов фармить. Так. Сейчас. Хотя, в принципе, даже прятаться не надо, они даже ожидать этого не будут, наверное. Я сейчас буду ставить в любом случае тут. В любом случае. Так, ну ждем, что делать, ждем. Ну, походу, у нас 4 будет. Да и хрен с ним. Все. Поехали. Так, ну руны что-то алхимик такой, знаешь, на руны вот не очень, что-то он хочет идти. Хрен с ним, я буду ставить дефолты. И руны, да это дефолты. Дефолты я проставлю, сейчас возьмем соул. И поехали. Гоу. Че, до свидания. Да, до свидания. Пусть идет погуляет где-нибудь. Пусть пойдет погуляет, пацан. Так, я суицид вообще на самом деле вкачал. Я бы такой бы химика бахнуть. Если ты будешь в РНЖ. Так я в РНЖ, бро. Я мог бы даже подзамедлить его. Но я выйду тебя на подсейв. Нет, далековато ты был просто, я не мог тебя подвести. Страшно, вырубай. Опа, пришел спрутик. Так, ну душат, не дают, да? Знают что-то. Они аккуратненько играют. Очень аккуратно играют. Хорошо. Магазик. Магазики можно поставить. Сейчас ночка, магазик как бы делает такое. Завлекает. Опа, закрывает как. Ля, ты шо, да? Задроп прям. Суицидальное намечается. Сларки там под тэшками бегают. Очень страшно, вырубай. Фига там ЕС на лоу хп. Я на Б пойду. Давай. Они ресурсы слили.
А я, наверное, бахну, выйду. Пивка. Бахну. Не, надо выйти, только внезапно надо выйти. Выбежать прям. Так сказать, вот так надо выходить, да? Просто внезапно выйти, говорит, надо. Блин, еще бы химика бы взорвать. Было бы excellent. Так, ну что, я пойду вардики возьму, жаль, сапожка нету. Пойти... Ну, там... У меня у тебя есть Кеннеди. Сейчас, если не подойдут, я просто их соберу и привезу на мины. Вон там, может, там много мин, бро. Там изи. Там Сларк наглеет прям. Слушай, а нас четверо. Сларк прям очень сильно наглеет там. Жесть просто. Пойду. Ну, знаешь, что тут есть еще? Вот тут вот стаков очень много. Алхимик будет это все фармить. Угу, надо помешать. Да, я сейчас тут тоже мин понаставлю. Я поставлю вот тут вот. Начну вот тут ставить. Ага, есть, смотри, сентрички взял. Ходит. Опсы тоже сентри. Опа, фурион летит. Ничего, ничего, не парься. Если не получилось, хрен с ним. Что он не полетел. Тебя направил. Ладно. ЕС вышел на руну. Опс хочет поставить, да? Смотри, тебя обходит. Эх, жалко, там две было все. Ну, умрет, да, он? Хорош. Там, смотри, сзади ЕС идет. Угу. Есть чё. Ой-ой-ой, он тебя закрыл, да? Ты умрешь, наверное, да? Да, скорее всего. Блин, у меня нет суицида, я бы помог, бро. Блин. Фига ты там водоту делаешь. Чуть-чуть! Секундочки не хватило до третьего. Укатился бы нафиг оттуда, да? Да. Давайте, пацаны, до побачення. И поехал. Ну, Настя, я тут... Сларк там в магазик, если пойдет, будет прекрасно. О, кто идет? ЕС идет в магаз. Топает, топает, топает. И это ему помогает? Смотри-ка. Нормально. А ну-ка. Тест. Чекбейс, так сказать. Сейчас смотри, что сделаем. Поставим вот здесь вот наглую. Эй. Не успел я. Блин, сапога не хватает по-страшному. Вообще просто не хватает, жесть. Был бы сапог, я бы успел сделать коварный план. Эх. Где курьер? Срочно нужен. Срочно нужен курьер. Хорошо. Химик, химик, химик. Так, но у меня есть суицид. Предлагаю тебе сделать комбо-бомба. Подойди, если я, подойдешь. Я уже тут. Креветка прыгает там. Слушай, ну, походу придется, да, чтобы тебя засейвить, я сделаю это. РПшка есть, да, у тебя, если что? Угу. Хорошо. Готово. Хорошо, ну я понаставил, тут подходы все из-за этого нет. Единственное, только меня напрягает челик на этом, на фурионе. Так, пойдешь ты там взрываться? Интересно. Пойдет челик там взрываться или? Ксин вот этот пойдет взрываться. Смотри, у тебя что-то хп маловато, он может что-то знает. А ты поставь прямо здесь под тавером мин. Может быть, он к нам зайдет. Вот здесь. О, вон он, смотри. Ходит. Чувачок. На всякий случай, так сказаться. Так сказаться. Я тут три поставлю, много ставить не буду. Армлет у химика, смотри, появился. Go level апать. Оп. У тебя арканы, это очень хорошо. Слушай, мне может другую линию сместиться. Давай я здесь немного понаставлю и уйду. Уф, химики злые тут. Да, я думаю, мы уже его не убьем, потому что армлетик есть. Я так понаставлю, уйду, левел проапаю немного. Он в любом случае пойдет здесь рано или поздно фармить. Хорошо, я вот так вот сделаю.
понаставим тут, так сказаться. Хорошо. Тут нормально. Надо левел срочно и пора ремоут ставить. Ремоте минес. Очень долго, 10 минута левела нету. Потому что фрагов нету с ультимативом, ой, с мин. Руну я тоже, надо на низ переходить. Хорошо. Слушай, у него 1200 хп и 8 армора. Мин должно хватить. Я сейчас вот еще поставлю, там примерно по 200, сколько, по 200. По 220 плюс сопротивление. Ну, должно хватить. Можешь попробовать в наглую топнуть, да затащить я хз. Сларки там под таврами бегают. Хорошо, на экспу пошли. По факту, когда? Страшно, вырубай, надо сокращать дистанцию, окей. Так, ну есть у меня. Придется бахать. Чалька. Трое, Кира. О, пришел. Эх, жалко, чуть не взорвался там химосик. Может тут взорвется? Может тут взорвется? Да. Так, есть аркана. Я на низ пойду, схожу аккуратненько. Да. Иди сюда. Принимай. Завози, тащи. Хорошо. Ставим вот тут, где вот тут вот примерно на проходе. Сейчас арканчик надо взять. Отлично. Гоу магазик за арканчиком. Смотри, фурьончик что делает. Ну, я далеко, тох. Ну, у меня суицида один хрен нет. Живешь? Живу. Живешь, хорош. Молодчиночка. Я думал его даже убить, но ладно. Гоу вот так вот делаем. Там мины, тут ремоут. Угу. Хорошо. Отлично. Еще ремоут поставим. Фурион идет. Фурион по фарму чемпион. Так, ну вижен, все, уже будет вижен, что мина стоит. 4 хватит для Фуриона, если честно. 4 для Фуриона хватит. Это даже много ему. Кого на руну пока. Бахнем сейчас Фуриона. Пойдем на рун. Жалко, на топе нету ничего. Хорошо. Че, на топе все плохо, да? Так. Есть РПшка. Топе пока нет. Слышь, если ты даггер купишь и будешь под мою РПшку прыгать и взрываться. Ну, если там не будет армора, будет профит на первое время. Там хреново, что у нас, кстати... Ой-ой-ой, инвокер что делает? Задрот на инвокере какой-то попался. Гоу-гоу-гоу. Там сларки еще, не знаю, будет тяжеловато, мне кажется, тут. Сларками с этими. Санструйки. Так, это есть. Ах, три минки. Ах, давай, Антоха, души. Так, есть. Хорошо. Сейчас пойдем в другую точку. Блин, я вот куда ни пойду, типа, они так локацию меняют. О, Godlike, привет. Где? А, на руне. Понимаю. На руне, понимаю. Гоу, вардики возьмем. Смотри, там под тэшкой прям ксин. Нет, по нет. Печалька. Так, ну я дислоцируюсь. Дислокейшн меняю. Хорошо. Гоу вот так вот сделаем. Печалька, да? Печалина. Гоу. Надеюсь, успел перебежать. Топ тупо душат, да? Так, ставим свои имбоварды.
Хорошо. Фурион там взрывает с прутами своими. Засранец. Контрпикнул. Ой-ой-ой, я прогулял на низу, блин. Страшно. Страшно. Ну, next руну точно нельзя прогуливать. Блин, жалко. Не доследил. Хорошо, мини-постик тут сделали. Поэтому трэпчик нужно качать. Фиксировать, дает время, чтобы сообразить. Хорошо. Есть. Застыл. А, все да. Равно успел, да? Понимающий. Умрет. Хорошо, что инвокер хороший. Инвокер молодец вообще. Да что ж такое-то? Посмотри, как будто в инвизе ходит. Я не вижу его. Алхимика уже два раза мог взорвать. Ну, типа, сейчас он тут по-любому не прокатит у него это. На этом стаке. Кэмпе. Давай, 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 давай. И ушел. Хорошо. На этот раз не успел. На этот раз, бро, ты не успел. Колтрэпчик качаем. На стоп пушится. Так, иду. Иду к тебе, Фурион, друг мой. Хватит, хватит душить товара. Минеру пушат, это смешно. Пушат, это плохо. Гоу. Уничтожение. Пах, нету. Хорошо. Улетел Фурион. Восполняем ману. Go. Next. Сейчас лесом за руиню лесом. 4 там. Там еще можно поставить. Go, побежали. Хорошо, тут хватает. Тут поставим. Алхимик сакрт. Так, что у тебя там есть? А, вижу. Какая-то заготовочка есть. Да я не хочу мелочиться. Хотя можно было ультаппарата подождать, в принципе. Тоже как вариант, да? Так, есть, там ходит, что-то вардит. Сейчас на руне кого-нибудь еще можно будет бахнуть. Хорошо. Лотар у нас на этом, на Фурионе. Уф. Так, пешочком погнали. Кто там мне прокасты дает на тинике? Ест, а, это поступью такой аккуратный. Да, найс, понимаю, мои вардики сносят. Так, почти есть форса. Это хорошо. Go. Есть дагерок, отлично. Дагерок есть, да, надо где-то теперь ставить. Да. Где-то в области мида. Я чувствую, они собираются. Давай ночью, ночью начну. Сейчас пока что не вижу смысла ставить днем. Ночью начну минировать по-страшному. И у них вот тут лесочек подминирую. Ну, мидлейн. Чтобы сейчас ворваться, но никого рядом. Смотри, трое идут по миду. Да, вижу, вижу, вижу. Вижу, бро. Блин, ну и там нету ничего. Я бессилен там. Хорошо. Опа, кто-то сюда идет. Вот так вот сделаем. Не должны умирать теперь. Вон на рунке там стоят еще. Да. Если чё.
А рунки стоят. Погиб. Ну, 4 на 4. Погиб, да? Погиб Фурион, боец. Мне интересно, где у них... мне нужно варды закупить. Вот так вот сделаем. Хорошо, еще одну и уходим. Сейчас пойду прочекаю варды. Аккуратненько. Хорошо. Найс. Так. Так, слушай. Мидлейн, да, говоришь? Да. Запушиваем. Я пойду стянусь к миду. Стаут Шайлд лежит. Так, нету. Окей. Блин, хочу в лес у них пойти, но давай я мид, наверное, за этого. Заминирую. Максимально как могу. Хорошо, гоу. Хорошо. Так, ну я начал над мидом работать. Отпушишь чуть-чуть? Да. Как? Как? Так, ну у меня есть форс. Тоже радует. Ты-ты-ри-ты. Сидишь спокойно, ни хрена не делаешь. Минируешь свои миночки, ставишь. О, тавр добиваешь. Как сказать, изи карта. Иллюзия, что ли? Да, иллюзия, тавр добиваешь, сидишь. Сидишь, чилишь, тавра добиваешь иллюзиями. Все по кайфу. Все как надо. Так, ну что, есть форсик. Минки на мидлейне готовчики. Готовчики. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть поставим. Шесть, семь где-то. И будет нормалек. You die. Минус алхимик. Хорошо. Сколько? Так, шесть. Седьмую. Гоу. Седьмую, все, хватит на миде. О, смотри, три на миду. Овнят там пацаны. Но далековато, Антох. Пусть, может, пушить пойдут, хз. Да. Некуда затягивать. Гем у панды. Он не поможет против нашей связки. Да, но он сможет увидеть и сможет сломать. Я могу его... Ну, ты можешь его подтянуть, в принципе, чтобы сейчас крипы не разбивали. Смотри, сейчас будет... Ах, обсерв палит. Писюн. Ладно, я здесь поставлю опс. Мне нужно мид видеть. Ой-ой-ой-ой, Антоха, ну если что, знаешь, что делать. Ах, я думал, ты РПшку дашь двоих и подтянешь так. Там один был. Ну, одного только вытянул. Вот сейчас есть у меня дагер. Ну если что, держи позиционку просто. Вот так вот сделаю. Я поставил. Пуши. Да, от тебя только тут зависит. Если что, ори. Я сделаю все. Если что, ари, я все сделаю. Если еще кто-нибудь подойдет, я там РП. Давай. Вот так зафиксируем. Ты-ты-ты-ты-ты. Мека не юзается, арканы юзаются. Мека выкидывает, типа, дебаф двойной вот этот. Топчик иду. Давай, ну там мин нету, если чё. Я чисто так понаставлю тут. На рунке и низ пойду. Он умрет там на сларке, по идее. Так, ну на миде все готово, пойдут пушить. И я не знаю, если Ксин видел, они не пойдут мидлейн. Если Ксин видел эту контору. В принципе. Я пойду вниз. Блин, дефнуть получится. Успею, по идее. Эх, чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел.
пытаемся. Дефит с руки. Отлично. Так, трэпчик, трэпчик. Смотри, Фурион стоит там. Своими чекает пацанами. Так, ну где-то нужно делать такие блокпостики. Ага, вижу. Пойду на руну. Сколько? 5 их, да, там? 1, 2, 3, 4, 5. Если что. Блин, а ты сможешь куда-нибудь вот сюда поставить, в их область? О, за мной Слар бежит. Да смогу, в принципе. Ой, на мину, если что. Хорошо. Пойдет. Если что, бахну, можешь в РП в него даже дать, вообще плевать. Там гем просто. Ну-ка, там еще кто-то. Форсанул тебя. Если еще что, кто-нибудь подойдет к нему? Тебя будут, походу, кайтить тупо. Да. Опа. Опа, смотри, что делает. Обманщик, мошенник. Мошенник. А в ЕСа даггера нету? Нет. О, алхимик пришел. Держи курс. Я если что. Хорошо. Ну, почти. У меня персонаж долго минус ставил, честно. Но пойдет. Но я, если честно, зря, походу, бахнул, да? Хотя нет, я продамажил, да? Вроде продамажил все равно. Или я не понял ни хрена, бахнул я после или... Там же гем выпал у панды. Кура летит. Не, инвокера не видит, он АФК немножко. Не забрали гем. Но вот, кура их забрала обратно. Так, я побежал на топ. Гоу-гоу-гоу. Побежал я на топ, значит, такой. Он на миде стоит, если что. Я пойду их лес немножко поминирую. Возьму сейчас. Отпушу линию. На миде стоит, если что, ждет. Вот так вот сделаем. Хорошо. Гоу. Вот это. Так, вардики по рунчикам. Ставлю варды по рунам. Ставим. Трэпчик. It's a trap. Неплохо звучит. И в лесу надо у них понаставить бы. В лесу они-то в своем-то 100% будут. Так, Ксин, что там? У Ксина нету этого. Слышишь? Да-да. Если что, нет. У Сларка, по-моему. Я пока тут руну поминирую максимально. Вижу хорошую руну. ДД, Аркадий, ДД. Что они не ходят вообще вместе? Их 4. Ставим. У меня на бесплатную ману сейчас тут понаставлю блокпостов. Хорошо. Хорошо. Просто по КД, боже. С бесплатной маной классно ставить. У тебя там много, да, ремонт на миде? О, на миде хватит на всех там. Если одного вытяну, ты взорвешь их? Могу, в принципе. О, смотри, смотри. Найс, да? Успел. У него ульт кончился вовремя. Гем, да, гем заберешь. Хорош. Отлично. Че, есть у тебя арканы, слушай? О, дай мне грифсов, да. Подожди. О, ладно, хрен с ним уже. Ну, вроде успел. Топчик дефнит кто? Кура прилетела. Nice try, да? Хорошо. Go, вот здесь имба вард. И вот здесь имба вард поставлю. Пока прогуляюсь. Хорошо. Блин, забыл забузить. Ничего страшного. Так, есть.
Есть. У меня почти аганим есть. Это хорошо очень. Я лесом сейчас тут заминирую, пусть на базе сидят. Ах. Ну бахнул, да? Попал все-таки. Попал, да. Хорошо. Блокпостик готов. 5. Еще одну поставим. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одна. Еще одна. И го отсюда. Отлично. Монетка, го, монетку заберем. Гем выбили, да? Угу. А хрен с ним. Я сейчас успею, главное мне тут грязи понаделать. Успеть грязь сделать просто и все. Хорошо. Раз, есть один, два жестких поста есть. Что этот сейчас доделаю? Нектарин на химике. Нормально. На миди там уже скоро бахать буду. Да, на миди уже все. Время кончилось. Так сказать, плохо. Ну ничего, не поделать уже. О, идет на мини этот. Разминировать хочет. Вовремя. Прикидышь, не хватило. 2500 хп. Да. Там 6, 6 сколько, 7 мин было. Не хватило. Через 5 сек ресаюсь. Сларк там душит. О, на мины, на мины, на мины. Там 4. Мало очень. Очень мало. Не доживет. Очень мало. Серьезно? Да боже. Выживает, просто химик выживает. Я столько там понаставил, он все равно выжил. Это страшно. Сларк скади, да? Это очень плохо на самом деле. Слушай, ну мне до аганима надо дотерпеть, и будет нормально. Он тебя не должен убивать. А, у тебя есть РП один, хрен. Че париться-то? Один хрен. Так, ну ставить придется намного больше. Хорошо. Еще одну и должна хватать. Смотри, бежит все. За тобой бегает просто, да? Слушай, ну тебе придется. А, у тебя есть, да? Форса, все хорошо. Я тут оставил. Не кривой. Ты РП прогулял, да? Нормально, но он все равно засейвит Вокер. Молодчина. Так. Абиссал. У этого химика. Но если сюда пойдет, умирает. На руне он не умрет у меня тут. Леса надо больше, больше, больше просто. Идет вот здесь вот. Антох, сейчас будет бахать вас там. Оу. Ой, наконец-то ты пришел, да? А попка-то подгорит, походу, сейчас. Ну ты и гни, да, Аркадий? Я думал, ты норм стример. А, я понял. Я это уже слышал. Я думал, бузер. А, ладно, я бузер, да? Это минер, я бузер. Хорошо. Ему, наверное, смешно будет, когда он будет этот видос смотреть. А где Абуз, собственно? Так, есть у меня, кстати, ультимативная хорошая. Есть хорошая новость. Отлично. Вот так вот. Парень взрывается и говорит, что я Абузю. Абузю. Вот так вот, я Абузер такой вот. Так, у нас там на низу плохой парень. Мы спушили. Хорошо. Надо бы сейчас уйти. Я сейчас где-нибудь постик какой-нибудь сделаю хороший. Все, есть аганим. У меня на руне вон там очень много.
И сейчас где-нибудь на миду понаставлю. Вокер в БКБ. Нифига, Вокер заряженный, да, какой-то? Да, Вокер молодец. Бузери. Ну, Вокер... Реально, Вокер молодец. Я не знаю, если честно, я всех по винрейту четко подбирал. Все были по сколько? По 70. Что у нас, что у них. У нас, по-моему, только плохая стата была у кого? У Инвокера, по-моему, вообще говно стата была. Хотя он нормально шарит. Так, го, вардики. Цешечки. Поехали. Если что, вот там вот он тох есть. Так, где мне лучше понаставить? Так, мидлейн, да? Мидлейн. Где-то поближе к их базе. Потому что они сейчас, походу, будут фармить. Лесочек можно закидать. А я там в лесочке постоянно стоит этот химик. ХЗ. В лесочке постоянно стоит. Я вот тут понаставлю пока. Хорошо. На всякий случай. Гоу тут обсерв. Поставим. На минере, кстати, кайфово варды брать. Никогда не думал, что так будет по кайфу прям брать. Те-те-те-ре. Химику надо в лесу понаставить, чтобы он еще больше позлился. Тогда будет по фану. Хорошо. Там Сларк наглеет, да? Если что, на руну. Там на руне есть. Гоу, я вам помогу. Химик прыгать сейчас будет. Хорошо. Я вообще ничего не нажимал. Инвокер все кнопки нажал. Так, ну чё, я на базу пошел, дефиться. У меня травелов нету. Химик байбек. Химик, да, ББ. Если что, на руны выводить. Опа, тут вард стоит, да? Меня видно было. На руны, если что, веди. Там на руне место есть. А он за этим бежит. Тут где-то вард стоит, блин. Вот он. Чуть-чуть довести, чуть-чуть, пацаны. Я стою, не могу. Я в баше. Укатишь? Очень близко. Чуть-чуть не достает. Печалька. Там такой момент был, надо было прям сейчас сжать. Думаешь? Мне кажется, не достало бы. Эх, печалька, да? Сларк умер хоть. Знаешь, какие у меня есть идеи? Рошанчик тут скоро будет. Чувствую. Можно, не заходя в Рошпит, Рошана закидать. Это по кайфу. Хреново, что я вот тут под вардом ставил все это время. Так, хорошо. Хорошо обузится, да? Да, не ожидал от тебя. Просто зашел поиграть игру, говорят, обузишь. Прикольненько. Обычная катка, так сказаться. Но обузерские. Понимающие. Гему Ксина, если что. Держай в курсах. Хорошо. Вот так вот делаем. Обузим ману. What's happening? Так, ну шо? Тут вроде спокойненько. Вот здесь трэпчик поставим где-нибудь вот сюда. Хорошо. Так, и начну не из линии я, наверное, сейчас минировать. Хотя можно и тут. Можно и тут. Можно, блин, Bloodstone. Вообще вариативность, что минеру собирать. Вообще можно и Bloodstone собирать. Блин.
Вообще разница. Гем выберем. Выбили гем. Хорошо. Mm-hmm. Ждем Рошана, пойдут они. 300 маны. Химик внизу. Убил аппарат. Там монетка, пойду заберу, чтоб химик не наглел. Хорошо. Все, надо отсюда валить, алхимик сейчас прибежит. Хорошо. Инвокер с буризой, с доминатором. Понимаю. Да, инвокер, не ожидал от тебя. Сейчас походу инвокеру. Ой, Магнус улетает, дает под сейва. Он себе алакрити понял, дал. И отхиливается, его убить не могут. Да. Это вампир какой-то, инвокер. Его нанизу, походу, надо поддефить. Та-та-та-ра-та. Да нормально все, задефаю. У него Flame Guard этот, по-моему. Было бы 3 минки. Я тебя забаню сразу, как зайдешь, не переживай. Найс, чел, гнидой меня обзывает за то, что я просто создал обычную катку, зашли люди. Я не подбирал даже тиммейтов, он меня гнидой обзывает. Понимаю. Истинный подписчик называется. От фана до хейта один шаг. Изи каточный. Хотя я на минерчике всю каточку стою, минирую. Надо будет в ДД сыграть next time. Жаль, на Рошана так и не пошли они. Вообще можно Рошана взорвать, но надо очень много мин. Кстати, так на РП не посадили мы. Ни разу. Ни разу. К сожалению, игра кривая вышла какая-то. И у нас ливнул чел, и у них тоже. И они вообще не ходят вместе. Ну, почти. Почти. Ну, у них Ксин, видишь, он как бы Сларк обходит постоянно. Слушай, ну не знаю, зачем тут минировать, если уже можно брать травела и просто лететь, разносить. Доносить. Аппарат ульт очень сильно Сларка контрит. Вообще не хилится никак. Никак не может ни сбросить, ни захилиться. СПС пишет уже там, умирает. У них трон упал, и я еще успел взорвать. Я не знаю, такая, если честно, бредовая катка. Один раз только, единственное, что вытянули вот здесь, да, прикольно было. И так и все. Ну, далее будем пробовать, не знаю, минеров керри. Это, наверное, тоже будет прикольно. Но такая катка, ребят, go next. Так, теперь Тини, да? Тини. Идем, с игровочка. Тигровочка. Деградируем сегодня мы вместе с Антонием. Так, друзья. Что ж, начинаем. Топ-линия занята. Минер Тини в комбинейшн Невестейшн. Поехали. Антоха, знаешь, на руну, да, там, как обычно, все вот это дело. Ну, все вот это, да, понакатанное. Да, это понакатанное, так сказать. ТПшечку взяли, манку взяли. Побежали. Мать продали. Мать продали? Нифига, да, ты вообще страшно шутишь. Шуточки про маму, это страшно. Так, Зевс. Зевс это очень сильный контрпик, потому что им не нужен будет гем, он будет просто под ноги пыхать и все. Понимаю. Все, можно ре, да? Нет, тут ре не будет. Пуч. Хускар и Пуч это очень... Ну, блин, три контрпика, да? Все, кого не возьмут, это контрпики. Еще спиритбрейкер. Да вообще, понял. Еще один. Еще толстенький какой-нибудь сейчас зайдет. Да.
Будем больше мин просто ставить. Очень страшно. Уф. Так, ну, ну да, надо будет еще сейчас поставить. Если что, я пойду на линию сейчас откидывать. Ты, если что, знаешь, что подойти тоснуть, да? Да. 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 Главное, чтобы ты там стоял. Да. Ну, я жду. Сейчас подожду немножко. Я спрячусь в деревьях. Rhyming ready. What's happening, говорит. Phantom Assassin. Ее я не боюсь. Камифи. Камифи, да, именно так он и говорит. В 83-й, кстати, минер намного лучше. У него мины сильные. Да. О, я понятно. Он сам пришел. Еще иди еще тосать сейчас будешь, Антох. Я тебе отвечаю. Смотри, он стоит. Сейчас еще мин. Ага, давай еще одну хотя бы. Еще 3-4 надо будет тут. Я успею. Ну постарайся, конечно, этого Зевса. Отойдешь туда, да? Серьезно? Ты с руки умрет. Хорошо, Слардар центральный пусть идет. Хорошо, пойдет. Жаль, курочки опять, как обычно, нету, но я возьму, окей. Хорошо. Ну пойдет, одной минки не хватило. Кто у нас там? Бара? На бару очень много надо будет. Ну ничего, мы справимся. Главное верить. А, пуч вообще мясо. Пуч вообще мясо. Сейчас 4-5 мин поставлю и нормально. Фига, он тебя сразу душит. Сейчас чардж будет еще, да? Ну можешь хрен с ним. А, ну ладно. Ходу я отлетел. Не-не-не, живешь. Ты как кусок. Смотри, он бежит за тобой, нон-стоповый. Я иду. Я иду, мой френд. Он умер, наверное. Да. Он умер, да. Хорошо. Так, мне проще на Б сходить. Так и сделаю. Да, иди. Иди. Я по X плюс. И приходи, так сказать. Тут уже все готовенько. Так сказать, кинешь меня в пуджа, я взорвусь. Я, можно сказать, проапался тут. Он арморчик купил. Хитрюга. Сильный. Пудж. Понимает, что надо уплотняться. Я его взрываю тут просто с руки. Я просто швырнешь, я его взорву. Полетел? Блин, это старая, но рафлянская тема. И я сразу же тут. Гоу. Пойду наставлять сейчас. Так, хорошо. Сейчас минки будут от следующего левела. Next level play, как говорится. Оп, минка. Блин, это ржачная тема. Пуш вообще мясо. О, понимаю. Муракана какой-то. Типа это как Ламборджини Хуракана, только Муракана. Или Макарена. Или Макарена Макарена. А я танцую Макарена Макарена. На миноре Макарена Макарена. Эй, Макарена. Ай. I drink tea for Aziz with the fucking sucking macken. Махенное. Адрисунг. Так, ну, в принципе, тут заготовочка есть. Главное, случайно не кинуть за крипа вражеского. Enemy, да, enemy крипа не кинуть. А он так пуч, в принципе, бычится, знаешь, чисто такое. Далековато, наверное, Антох тут. Угу. Так, ну тут заготовка есть. Я сейчас где-нибудь вот здесь поближе начну делать. Макарена. Ей, Макарена. Ай. Вот эта песня, да? Вот эта песня. Ага, вот эти ребята.
Ага, вот эти ребят. Пудж там фармит, да? Страшные пуджи. Что он хочет от тебя, я не понял. Но они зу, баратрумы, баратрумы. Страшные, страшные, страшные баратрумы. И вот стол он стоит. Нет второго игрока. Да. Он решил забить на это дело. Так, ну 5 должно, в принципе, хватить. Тут я хз. Тут уже ювелирочка должна быть. Так сказаться. Поехал. Поехал. Ювелирная работа. Хорошо. Ставлю еще. В это же место. Ты что-нибудь с этого хотя бы имеешь, кроме минус ману? Я дам тебе ману. Только сейчас ты отойдешь от крипа. Вообще мало-мало чего. Но это не суть. Сейчас тебе манку дам. Отойдешь от крипов? Хорошо, есть. У меня суицид сейчас будет уже. О, пуч пришел. Страшно. Да-да-да, хочешь ману мне сбить? Тут вон бар. Закинешь? Осудительно, да? Насколько это просто? Это вообще проще, проще простого. Но у нас, опа, видел проверочный хук. Предупредительный. Чё, мину бытовую вытянул. Чё у тебя там по мане? На тос есть. По-моему, подожди, раньше не был... А, это в Pudge Wars, по-моему, мины притягиваются. Да. Го меня кинешь сейчас, суицидно. Что за разнос линии? Так, ну минки стоят, это хорошо. Сейчас аркана есть уже, Антох. Сейчас с арканой приду. Это забавно чисто. Минер у нас подрабатывает сегодня подрывником. Так, ну вот этот муракана хуракана надо кикать его нахрен отсюда. Кик. Так, хорошо. Есть аркана. Надо аркану? Да. Ну хотя да. 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 Неплохо будет. Так, смотри, у тебя там неплохо минток, но ему, наверное, еще не хватит. Не, я иду уже. Я готов. Я на позиции. Прием. Так точно. Как слышал? Я понял. Амон пощищен. Тут, блин, надо еще попасть в него. I am prepared. Я приперт. Я приперт. I am prepared. Блин, много крипов. Амон пощищен. Пощищен. Амон пощищен. Да ты можешь, мне кажется, занаглеть чисто и показать вид, что ты такой страшный. За аваланчите, за тос. Попробуй аватос. Авай застопорить его и затосить. Чисто АФК гейминг. О! Здорово. Пойдет. Суицида нету. У меня есть тост. Ой, аваланч. Хорошо. Хорошо. Отлично. Было бы смешно, если бы он пробежался и умер. Еще бы одна минка была бы. Да. А одна, кстати, не взорвалась. Так, я здесь заминирую. У нас тут еще вот блокпостик есть один. А если что, закинем сейчас. Вижен дадим. Опа, хорошо. Это фаново тема. Фаново. Хорошо. Я сижу, там варлики, хилочка есть. Есть что. Минку в минку. Вартик поставлю, наверное. О, понимаю, только ману себе накидываю. Прилетает Зевса ульта. Страшно, вырубай. Бежит. Кто там? Вижу. Он взорвется, походу, и так. Хорошо. Отлично. Ну тут готово. Так, далее. Что будем делать? Это такое дерьмо смешное, если честно. Они теперь просто не придут на линию. О, Муракана ливнула. Буракана.
Ну, у нас тут еще есть одна заготовка в случае, если прибегут. Да, тут все равно сейчас перетянем их. Они ж не будут тупо долбить одну линию. Мне так кажется. Вон, кто пришел? Зевс. Зевс. Да. Там можешь прям, я не знаю, в наглую, если сыграть. А, ну. Сейчас покурим немножко. Блин, мне там видно было. Муракана Макарена. Поближе подойдет, там можно в наглую. О, кил, кил любого, как говорится. Вен, тут еще пуч. Я постараюсь, чем смогу помочь тебе. Хорошо. Ну, так хоть. Ну, хоть так, да. Но, конечно, Баратроми. Shadow Dance есть, есть Dark Pact. Неужели ничего не нажмет? Dark Pact нажми же. Dark Rakt. Хорошо, ну сейчас Зевс ультанет. Или нет. Я форставчик сделаю сразу. Так, ну они, видишь, приходят, значит, это хорошо. У нас тут еще мейн, мама, не горюй. Рак, Юи, я. Я. Уточни. Ты если что, подлетай тут весело. Хорошо. О, там этот. Чувачок на этом. Братишка. На Зевсе. Не хочешь ли ты полетать? Вставай, Аркадий. Я на позишн. I'm ready. Слушай, как же это изи, да? Вообще. Даже легче, наверное, чем с Магнусом. На Магнусе там именно лейтгейминговая, а тут такая ранней стадии, да, тема. Именно даже на линии, я бы сказал, только на стадии лейнинга. Думаешь? А можно будет да. Пуш заготовки какие-нибудь делать. Кто? Кто там? Это Минери. Видел? Кто где? Кто-то взорвал мины твои. Я или видел. Разбил. И я готов. А давай я тебя брошу под него. А у меня нету ничего. Ладно. У меня манка есть, если что. Че, год под Т2 будем тусить тут? Ну давай. Где-нибудь тут. Будем сейчас я поставлю вардики агрессивные. Опа. Подожди, братишка. Ой-ой-ой. Если что, а ну, веди. Попробуй подойти к мне, к минам. А-а-а, живи, 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 живи. Я сзади тебя бегу просто. Надеюсь, выживешь. Все, хорошо. Пойдет. Мне нужно было отойти, конечно, но ничего. Так, у меня есть полфорса. Я внезапно неожиданный выбор сделаю, я соберу худ. Да. Будет неплохо, я думаю. Так, вардики есть. Я туда сейчас пойду. Там сейчас завардимся, и будет все огонек. Это фан. Честно. Не убегаем, мы ваши друзья. Так, я иду вардить. Хорошо. Там блокпостик. Печально вот тут блокпост на самом деле, но еще поставлю что-нибудь. Хорошо. Иду вардить. Опасно, конечно. Пуджи всякие. Полфорса куплю. Так. Вот здесь вот вард дебильный. И вот тут дебильный вард поставлю. Страшно, на миду стоят, да? Может под Т2 сюда пойдем, Тох? Не хочешь? На топе? Да. Можно. Блять. Ладно, меня на миде убили. Хускары, да? Ну я тут пока понаставлю. Я пока понаставлю. Такие заготовочки. Давай, я подойду. Давай, ожидал ее. Ожидал ее. Так, вот тут поставим. Тут поставим го, вот это еще сделаем. Такие чисто подходные сделаем небольшие. Отлично. Я тут все сейчас позаминирую. По кайфам будет.
Есть форсик. Есть форсик. Отлично. Так, 4 минки. Сейчас пятую. Пятую и есть. Сейчас будет еще. Забудем. Я тут готов, тут изи. Упс. А, чё? Я случайно. Сможешь? Ладно, придется его так убить. Думаешь? Бара на тебя побежит. Я сейчас зарву крипов, иди. И хилочку дам. Ману дам, хил дам. А, у тебя этот, ботлик? Да. Я понял. Сорян, это чисто мой фейл, я там тычку дам. Тычку дам. Ну я тут подходные понаминировал. Так, тут есть. И тут готово. Хорошо, вот так вот сделал. Бара, один будешь, да? Я тебе виград. Ну мы топ засадили тут вообще, по-страшному. Сейчас ночь, вообще по кайфу. Ночью вообще по кайфу. О, Бара бежит, слышишь? Я могу это, тосишь? Да. Тосишь на меня? Подходишь? Да. Килл любого. Хорошо, держись, Антоха. Только не промахи. Еще кто-то идет, пуджи идут. Скоро проказ будет. Давай. Хорош, юдай. Гоу, вот сюда, еще заведу. Ах, есть у меня тут, если что, заготовочка. Еще кто-то. Чуть ниже, сори. Ладно. Хорошо. Можешь суициднуть меня, слышишь? Ну-ка, если подойдет. А, уже поздновато, так бы в комбинации замутили бы. Ладно, дальше тут делаю дела. Нормально. Пойдет. Неплохо. Так сказать, все подтянулись на говно. На говно все подтянулись. Я же солбустер хочу сделать. Через солбустер сыграть. Так вот делаем. Хорошо. Тут есть. О, инбуст. На топ Бара бежит к тебе. Да, бежит. Гоу, я. Ну-ка, я его перехвачу. Сможешь? Если что, сюда. Ко мне просто откинешь, если что. О, там хуски. Давай ко мне. Страшно, Тоха. О, вот уже не страшно, с руки бить буду. Если что, есть хилочка, дам. Там Зевс как-никак еще. Блин, смотри, идут все. А ну да, давай кинь. Хилочку дал тебе. Боже, какой же овнинг. Просто... Слышишь, 16 минута, 17 фрагов, это весело. Вот зачем нужен минер. Просто когда максимально идет... максимальная игра идет тогда, когда есть с кем играть. А так соло что-то там минировать, это не кайфы. Найс. Хорошо завардились так еще. Ну, будем... Я тут буду дальше стоять. Так. У меня даггер есть, сейчас будет легче проворачивать эти дела. Так, я ТП-шку сделаю. Вардики, девардики. Хорошо. Веками фии, говорит. Прикидываешь? Так, у меня ремонте второго левела. Хорошо. Пол бустера есть. Отлячни. Че, на мидлейн выходить будем? Да, также давать два тавера давить надо. Рак Юи. Солбустер работает. Я тут это делаю, кемпик. Опа, Зевс идет, деварди. Смотри, все в лес пошли, деварди. А, у меня жесть, монопул какой маленький сейчас. Подойдешь сюда?
Да. Сейчас руну заберу. Давай. Я тут сделал дела. Это мне можно... Твой соул бустер. Да, бустер мне, а то я без бустера. Закинешь там кил любого сейчас. Можешь попробовать бару еще забайтить. Если добежишь сюда, у меня форса есть. Я тебя форсану сюда под мины. Оп. Если что. Так, хорошо. Можно вардики на топе снять. Слышишь? И можешь, если что, бара прибежит, кинешь его ко мне сюда, я его лопну. А, бара на топе чилит. Вообще. Вардики берем по КД. Хорошо. Вон бара побежал. Хорошо. Ставим тут. Хорошо, тут у меня тут мин хватает на любого, на пуджа даже. Сейчас соул ринг дождусь, надо соул завязать, прежде чем брать. И будет все, огонек, больше маны будет. Хорошо. Отлично. Все, ману зафиксировали. Я пойду вардик собью. Пока идем поднаставим немножко тут. У меня опасность, ситуация тут. На топ бежит. Да. Эх, не успел я трэп поставить, но я жив. Смотри, смотри. Ага. Хорош. У меня серьезные проблемы, дядя Антон. Бегу, бегу, бегу. Сейчас блинканусь. Ну я ставлю тут, как могу. У меня маны... А, все, я понял. Товарищ Антоний. Желаю вам хорошо провести время вечером так, сегодня. Так, ладно, я ушел. Да-да-да, там надо уходить. Но я вард главное снял, этого достаточно. Кеннеди, ты видел, как Хускар умер? Я видел, что я его взорвал уже и все. Жаль, ты не видел, как он там оказался. На скилле еще, скажи, сделался. Да он на меня просто ультанул, а я блинканулся. А, ты блинканулся, да, и затащил. Он даже полетел. Поможете вард снять? Лагерь спит. Боже, с руки убил. Хорошо, боже, там столько сентрей. Ладно, ставим тут. Отлично. Так. Смотри. Вот тут ставить буду. Смотри, он ультует, что ли, в тебя в наглую? Да. Что, наркоман, что ли? Слушай, ну тут опасно тебе. Сларка вытягивает. Я помогу, если что, Сларку. Хорошо. Ну я наставляю тут. Если давай. Что. Если что, работать будем. Слушай, аркана еще нужна поверх? Я чувствую, что нужна. Да, ну типа да не еще одна, у меня Bloodstone. Нет, не нужно. Ну смотри. Хорошо. Ну тут ready. Пуджа хочешь, килл любого просто тут. Блин, кто с там? ГГ. Блин, это просто орна. С руки убью тебя. Че будет тос? Бомбочка летит. Даже это орная тема. Эй, Хускари, иди сюда, да. Куру слили, блин, жалко. Но этот застанется на баре тут. Сейчас сработает трэпчик. It's a trap. Эй, ты куда? Друг? Ты куда моего тиника? А это кто? Марита еще, смотри. Я суицид, если что. Думаешь, я боюсь. Не, мину поставлю. Успел. О боже, овнедж. Я тут опять наставляю, если что. Давай. Надо тавру. Возможности снести и уйти. Там, может, и не надо его пушить. Просто там точку поставили, там, видишь, тавр спушили.
И никак. Да ладно, иди там за руны, чё. Я тут пока. Все, я тут наставил. Готово тут, если что. Рафлан, каточка готова. Так, путь идет. Суицидальную. И. Я рядом. Давай, если. Там есть еще что-нибудь? Конечно, тут все есть, Антох, тут все готово. Тут центрик, правда, надо. Центрик надо тут, срочно. Вот тут вард стоит. Центрик надо срочно. Надо на базу. Блин, курьера. Я курьера подниму еще одного. Надо центри срочно. Срочно. Че, немного сдвинусь. Опа. Пацани, пацани. Та-та-тара, та-тари. На лича. О, боже. Контент, да? Фановый. Ну, ребят, ну за такой контент, я думаю, хотя бы Луецк-то поставить-то несложно будет. Это просто фан-гейминг. Как минерам играть, так сказать, в комбинации с Тиником? Это реально прикольно, ребят. Так, ну что, где-нибудь тут понаставлю сейчас. Хорошо. Тини, молодец, хорошо тоже тосается, отлично делает. Фана, реально по фану, чисто, ребят, если хотите, так сказать, повеселить друзей, с друзьями повеселиться, пикайте эту страту и делайте вещи. Это просто очень, это очень легко и это очень весело, реально. Это интересно, смотри, вот и дота именно для этого и создана, чтобы веселиться, получать какое-то удовольствие. То есть не так, что сидеть и залипать в монитор, ненавидеть так, друг друга. А меня напал. Ускар. Там похоже, он меня уходи. Убьет. А, там все, там подошел парень. Барочка, барочка, барочка. Трупик такой полетел. Так. Я тут, если что, надо форсовать. Понял. Да, я его форсанул и кикнул, так сказать, с румы. Боже, 24 блада. Кого вот сюда куда-нибудь буду наставлять сейчас. Вардики. Так, куру. Стопэ. Все, куру даю, ребят. Аганим надо собрать. Ух, там файт у вас, да? Но я далековато. Я тут наставляю за пределами. Еще. Бара на меня бежит. Бара, ну подводи на мины сюда. Это изи будет. Я помогу, если что. Знает. Закинешь? Я накинул на этого, но он отошел. Нате вам. Спасибо, спасибо. Так, ну страшно, вырубай. Страшно, вырубай. Жизнь дворам. Жизнь. Да, жизнь. Ускар идет на разведку. А, там сентри. Чишо. Оп. Надеюсь, я тут не сдохну. А ну-ка, вардик на ХГ. Подожди. Подожди, братан. Ты меня не надо. Где мой курьер? Я сдох тут. Да где мой курьер? Я мгновенно риснулся просто. Блин, травел бы еще. Я курьера ждал, поэтому не доконтрил по-страшному вообще. Я чисто жду курьера, а где? У меня две куры просто. Мы пришли с миром. Ага, да, понимаю. Ну, найс. Так, ладно, гоу, завардимся. Надо было все же вард ткнуть, так сказаться. И душиловку устраивать. Так, ну я иду в центрях тут. Ой-ой-ой, бары там девардит. Бара с собой девардит там. Бара с собой девардит. Тут надо... Походу у меня тут ГГ второй раз.
Не успею я. А, боже. Ну, блин, я не знал, что они там вдвоем еще сидят. Мне нужно раздевардить просто. Мне нужно раздевардить там. Душат, Антоха, душат, да? Там Хускар задушит тебя. Шансов нет. Да. Блин, вот этот вард там снять бы. Страшно. Бара идет снимать вард. Слабдар пришел. Но не вытащит его, походу. Странно. Слардар не вытягивает Хускара. Это очень странно. Вырубай. Кому Бацк, что ли? Баубацк. Баубацк. Так, ну наставляю, пора Бладстоуны фармить. Смотри, ну идут, ну варды снимать, типа там хз без шансов. Без шансов. О, мои гумис какие-то. Отлично. Вот так вот сделали. Так, вот здесь аккуратненько пройти, вот тут поставить. Ага, вижу сентри. Найс. Эх, печалька. Ты, смотри, прям краешком задел его. Да. Отцепись. Опа, халявная мана, говорите. Халявная мана. Повышенные хускариды в крови. Меня Александр не простит, если увидит, что я на тине играю. Да, ну это все мелочь. Боже, ему плевать просто на эти мины были. Слардар прыгает, смотри, что делает. Ну я кошмарю их просто. Ну Хускара не убить просто. А просто я топ сплечу. Давай. Сларк зашел. Олё, слушай, у меня проблемки тут. Ну там трэпы повзрывались. А, нет, не повзрывались. Слушай, у меня проблемы серьезные тут. Бахни трэп. Ой, относ, понимаю. Да что за хрень? Ну просто мы не можем их убить, серьезно. Они начинают сейчас жиром этим пользоваться, который у них есть. Топ запушил. Хорош. Нам надо вместе собраться, они начинают камбэчить тупо из-за того, что жир. Жир и много сентрей. Надо, мне надо развардиться. Развалится. Душат толпой. Так, ну чё? Какие люди колбасят. Да. Добьет. А, кусается, Рича делает. Обманщик. Так. Какой план у нас теперь? Я могу просто тупо сплитить, пока они будут отключены. Это сработает. Да, но мне тогда надо развлекать их. Баратрумов всяких. Просто он на меня чардж дает, и я не могу уйти никак. Мне надо завардиться. Вот тут если поможет кто-нибудь, будет прекрасно. Хускар, Тараска. О, идем. Просто. Мы все толпой идем. Если будет драка, мы ее должны выиграть. Тараска на Хускаре. Это очень много хп, очень много дэмэджа. Мне кажется, там шанса нету Хускара убить. Да. Ну я тут трэпы понаставлю, Антох, если шо, мансуй. Страшно. Хускар очень жирный. Хускар очень жирный, ему просто плевать. Ну, Хускар это контра. Страшная причем. О, Бара. На топ бежит. Надо блокпосты делать такие, знаешь. Пуджа собьешь? Не, а, дагера нет. Ладно, курим. Ну-ка, смотри, там барочка. Барочка. Вот его, да, надо добрать.
Блин, Bloodstone бы поднять. О, там еще и Зевс. Go. А, тут и Хуск еще не ушел. Понимающий. Че, подкинешь Мариту на меня? Блин, я так ее кинул. Плохо. Победишь ты хотя бы разок. Так, ну, что-то как это тут происходит, да? Ну, вот этот наш 100%. Бара пришел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебя подкинул. Ну, я могу тебя затосить, но не знаю, имеет ли смысл. Ой, затосить, зафорсить. Слардар топает под себя. Тоже пришел. Помочь пришел. Зафидить скорее. Да, ну видишь, Хускар какой, да? Вот тебе да, и Хускар. Его... Дэмэджа нет его убивать, да? Под Слардаром только разваливать надо. Да. Нортредка гем еще имеет. Ну что, если мы тимфайта не тянем, я могу идти сплитить. Надо было да. так делать. Гоу, тогда сплит. Хз, я типа, мне тогда что делать? Пока минировать. Стянуть время. У минера это хорошо получается. Ну, все. А чё? А, я понял. Все, базару ноль. Базару ноль. А, у нас же снайпера нету, да? Я понял. Я-то думаю, что у нас такие файты, ну, не сильно получаются. У нас-то минус один игрок. Хорошо. Так, есть Тревеле. Вот тут зря ставил постик свой. Так. Блин. Т2, это, конечно, хорошо. Сатаник у Хускара. Сатаник. Я понизу иду. Гоу, гоу, гоу. Поймем этого пацана. Скоро подойду к нему. Эх. Гоу-гоу-гоу, прыгай там на слабдаре на своем. You die. Печалька, они там дефьюзят. Слушай, а может Рошана пройти аккуратно и попытаться его? Ты можешь его заминировать табличкой. Ты знаешь, что у тебя табличка да, есть? Да, я знаю, что табличка есть, но... Тут такая тема, что я думаю, рано или поздно они пойдут по-любому на Рошан. Да. Вот сюда поставим. Рано или поздно они на Рошан пойдут. Типа это будет не ахти. Табличка хорошая тема. Так, Рошан. Ты, конечно, извини, браток, но я у тебя тут немного поминирую. Слардар. Смотрите, хочет. Вы там без меня будете драться, если будет драка. Я на топе. Ну я тогда окей, мы тут подрочим. Нарошу. О! Я понял. Плохо. Мы Рошана отдали. Так что. А, отлично. Мне ГГ. Че нет? Боже, там так мало мин. Там не убьют его. Его не убьют мины. Там очень мало их. Так, засплитил, ушел. Хорош. Я под табличку буду наставлять аккуратно. Хорошо. Я как можно больше, короче, тут поставлю, чтобы... Ну, наверное, 15. И они зайдут в рошпита по-любому. Надо забайтить их на рошпит. Будет хорошо. Крипы там идут. Юльчик бы сделать, чтобы, если что, поднять на юл, заминировать и бахнуть. Это круто, конечно. Хорошо. Напиши Рошу, го. С
Слышишь? Забайте, что пришли. Пишу в общий. Да. Пусть придут, типа я тут бахну по-страшному. Ребятки, оставьте. Неужели они просекли все равно? Что тут, конечно, будет такой бах. Но Рошу забрали, это плохо. Типа все, что я тут понаставил, это ни, никуда не годится уже. Табличка всего одна дается. Так, ладно. Пойду низ отпушу. Пол Юла есть. Отпушу. Пацаны, я мид не иду. Я по сторонам. Давай. Чисто такое фан и лейт гейминг получается. Так, где бы мне понаставить-то? Пойду вард чекну. Блин, под смоками вообще классно передвигаться. Раз. Так, по-моему, на меня бара побежал. Иконка заморгала? Да, но у меня крипы тоже били, но они даже не успели ударить. Такое спорное. Понимаю. Понимаю. Да нет, там не взорвет. Хорошо. Ну, они с базы толком не выходят. Боятся, а я пока делаю свои дела. Хорошо, ну я тут понаставил уже. Хорошо, еще поставим. Жалко, что в рошпит не зашли. Так сказать, поздно подготовил. Это было бы жестко. Так, ну шо? Тут можно еще. Опа, хускариды повышены. Если что, на... А, ну все, подкинул на месте, я понял. А ему ГГ сейчас будет. Хорошо. Под минус армором он там не живет просто. Да, можем, кстати, снести сейчас изи. Гоу, я иду. Марита, что там, с БКБшкой? Нифига ты там нарубаешь. Иду, иду, иду к мартретке. Ах, форсы нету, бро. Живи, живи как могешь. Трэпчик поставил, сейчас застанется. Те, у кого нет БКБшки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ушел. Дал-дал, ушел! Хорош. Хорош. Ну, вроде под сейф сработал. Еще как. Вовремя, так сказать, трэпчик. На тревелах вернусь к вам, парни. Да вау. Он с джедауем. Юл есть, можно поесть. Минируем на базе у них. Наглость 228. Хорошо. Так, я отойду. Минус топ. Хорош. Я тут просто бочки ставлю у них. Все будет под табличкой. А, нет. Не-не, просто тупо ставлю. Наглый. А можешь под табличкой ставить, да, они щас, даже не разминируют. Я сейчас табличку поставлю. А, вот. Так сказаться. Хорошо. Страшно вырубай, да? Фига там запинали, да, вас? Ну, мы им дали достойный отпор. Достойный отпор. Достойный забор дали им.
Скара не убьет там. Скара не убьет. Ты байбекнулся? Да. Хорош. Я дальше продолжаю тут минировать. Может, зару там какую-нибудь рампагу сделаю. Пока максимально ставлю тут. Максимально. Че там? Курьера? Они принесли куру, чтобы забрать гем. Я убил куру, но, блин, мне некуда положить гем. Понимаю. Боже, представляешь, как это бахнет. Я тут уже столько понаставил. Ну, мало тут типов. Нет, ценой. Любой ценой. Я любой ценой должен поставить там мины. Не хочу одного взрывать. Правильно, правильно. Я его так убил. Отцепыс. Оп, и ульчик. Это был байт, да, походу? Хорошо. Тут, наверное, сколько тут мин? Мин 20, наверное. Жесть, я всех выделить их не могу. Боже. Диседей. Хорошо. Ой, Марита там. Сможешь отвести на меня? Походу не смогу. А ну, на тебя брошу. На тебя брошу. Подойдешь? Да подходи сюда в наглую, беги. Добежать главное. Сейчас Марита подойдет. Давай троих. Я не успел, у меня, понял, это консолька убралась, я сдох. Консолька убирается и трипл делаю. И то не все мины, еще одна осталась. А можно пассивку включить? Нет, нельзя. На тебе еще под ноги. Да, ну очень много дэмэджа, конечно, сейчас понаставил, но это чисто фаново. Так, ну что, гоу доломаем тогда. Уже, так сказать, пофанили. 45 минут фан-катки. Плюс еще такая всерьезную переросла. Ну, это как обычно, 85-я карта, она всегда переворачивается. Слардар там душит. Не додушил таки. Не додушил таки Слардар. Оу май. Да. Страшно. Надо было суицидально пытаться прожимать. Все равно очень много времени выигрываешь, когда суицид жмешь. Очень много, в половину сразу реса. Я бы уже живой был, уже где-то что-то минировал. Еще на Рошане сколько мин стоит, по-страшному. Да. Интересно, весело, прикольно. Говардики. Hello, говорит. Hello. Так, го вот здесь наставлять. Че как наставим? Так, наставляем. Наставляю здесь, пидстопович делаю пацанам. 20 секунд еще кдшится. Чальк. Хорошо. Отлично. Табличку поставили. Слушай, ну тут не так много их. Мареты. Маретка. У Маратки. Маретка, ты шо от меня хочешь? Как думаешь, надо было взрывать? Маловероятно, что кого-то убил бы.
Эх, блинкер. Го, с руки долбить. Та-та-та-ра-та. Так, пацаны, не душите. Что за хускары заряженные тут бегут за мной? На заряженной воде, что ли? Смотри, он все мои трэпы разбивает. Задрот. Не души. Берет он. Ох, как задушил хускар. А, у него там гем. Я понял. Фига шрапнелит кто-то. Страшно, вырубай. Так, чё, хускариды по миду идут. Страшно. Снесем лицо ему. За, если вы протянете, я просто по низу пройдусь. Да, нормально все протянем, тут не переживай. Я тут номинирую сейчас. Номинирован на Оскар, так сказать. Бара бежит. Да. Он чё, ах, на Рошане уже умерли минки. Печалька. Так, ну я работаю на хайграунд. Мин этой нету пока. Она вон там вроде стоит. А, там Рошанчик. Понимающий Рошанчик. Так, ну Хуск ушел. Слушай, а мне бы Хекс зашел бы, да, вместо вардов. Смотри, вон бар. Да. Отойдет, я взорву его, там 4 мины. О, с Лордара поймали тут. Тут еще Морта, их там двое, по идее. Двое, их двое, тут лучше все. Я особо не могу драться, как бы. Слушай, я хайграунд, короче, минирую. Жаль, таблички нету. Души там натопят. Нормально все будет. Не переживай. Я тут просто крипчиков, если что, буду сносить. Но Хуск в наглую снесет тут, на самом деле. Он очень жирный. Ты там ломаешь, тронируешь. Я понял, но он не зайдет, Хускар. Я не дам ему зайти. Он один всего лишь будет. Так. Вряд ли он убьет нас всех. Не, он не зайдет. Я крипчиков просто буду отдефливать и все. То есть я прилечу и моего. Вау, а на меня напали. Трэпа дам. Засолировал. Чё, ты его один убил? Я его форсанул под себя. В смысле соло? Ну в смысле соло деф, а что такого-то? Просто засолировал Хускара, так сказать, намазал его солью и в баночку закрутил. Что такого-то? What's happening? Вот тебе и соло. В смы соло. В смы. А ты как хотел, не в смы? Тут если что, вон... Ой-ой-ой. Оп. Приветики. Пистолетики. Оп, смотри, что есть. Пуджик. Пуджик замерзник сейчас. Оп, пудж замерз. Пуджу плохо. Пудж замерз. Ой, Марита душит. Пацаны! 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 Смотри, там этот... Нет, я не хочу его убивать. Некрономик он злой. Но придется, наверное. Хорошо. Ну вот такое что-то, да? Засолировать. Да, но ты тут на самом деле всю игру сделал. Честно, закидывал, так бы ничего не получилось. На самом деле. Куда? Найс. К сожалению, было некуда. Да, ребят, ну вот такая вот фановая катка. Надеюсь, вам обязательно понравится. Ну, лайки не буду просить, ребят. Кто захочет, тот поставит за такой фан. Пробуйте эту тему с друзьями. Берите тиника, закидывайте минера на мины. И это будет реально прикольно. Спасибо Антохе, что он мне сегодня помог. И на этом деле, на этом как бы уже все, ребят. Все, давайте всем до скорого, ребят. Антоха, давай тоже, спасибо тебе.
Да, всем пока. Все, счастливо, ребят.